В свое время Шклярский и Чевцов, не помню, написали большую серию книг о кружках малого формата. Тогда это, правда, не так называлось, но идея была та же самая, что сейчас. Кружки для школьников при формате. Все было чуть-чуть по-другому, естественно. Например, народу тогда намного меньше на них ходило. Но, с другой стороны, книжки получились очень хорошие. Была такая целая серия этих книг, библиотека математического кружка. И одна из этих книг, очень хорошая, действительно, очень советую всем почитать, содержала такую задачу. Сколькими способами можно расставить на шахматной доске 8 слонов, чтобы все поля были биты. Ну, разумеется, у вас при этом считается, что поле, на котором стоит слон, он бьет. И, разумеется, слоны бьют по шахматному правилу.